мир озарил божественным светом. Из темноты, из несбывшихся снов, просто как дар, чтоб мы приняли это. Из темноты, из несбывшихся снов, просто как дар, чтоб мы приняли это. А чтоб душа была хороша, ей крылья дают для полета. И чтоб еще полюбила она и озарила кого-то. В красных одеждах уходит любовь, и след ее по земле кровоточит от разбитых сердец, от непонятых слов. Ноги свои еле-еле волочит от разбитых сердец, от непонятых слов. След по земле ее кровоточит. А что душа? У души не гроша, из полета впадает в уныние. Раны свои исцелить не смогла, нету в ней сил вдохновенья. В черных одеждах не ходит любовь, сами тот цвет мы себе выбираем. И в темноту души все на засов, крепче замков мы себя запираем. И в темноту души все на засов, медленно мы умираем. А чтоб душа не была хороша, крылья ей грех подрезает. Но от того, что не любит она, в грех еще больше впадает. В белых одеждах приходит любовь, мир озарив божественным светом. Из темноты, из несбывшихся снов, просто как дар, чтоб мы приняли это. Из темноты, из несбывшихся снов, чтоб как спасение мы приняли это. Спаси Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С нами Лилия Евсеева. Мы начинаем вторую часть нашей передачи. В первой передаче мы говорили о петербургских святых, потом перешли на молитву, да. Потом сейчас прозвучала такая, для меня, по моим ощущениям, грустная песня. Что бы вы могли вот рассказать вот об этой песне, как она родилась, что вас подвигло написать эту песню? Добрый день, братья и сестры. Для меня эта песня очень судьбоносно. С этой песни начался вообще поворот в творчестве. Именно я начала писать песни во славу Божию. Дело в том, что раньше когда-то я еще писала песни, был выпущен первый альбом, но он такой был шансонного направления, а потом был большой перерыв. И слушая песни Светланы Копыловой, Сергея Киселева, ну, в какой-то степени их считаю своими учителями, я тогда подумала: Господи, они же так поют во славу Твою. Ну, что же я такая грешная, не могу. И Господь услышал. И это была первая песня, которую я написала уже совершенно по-другому. С нее вот началось вот это все творчество.
Наверное, вот сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что именно эта песня и должна была быть как бы первой, исходной такой, да? Каждый человек задается вопросом, что есть любовь? Ведь самая главная заповедь, которую Господь нам оставил, ну, одна из самых, может быть, даже на первой ступени стоящей, это возлюби ближнего своего, как самого себя, да? Бога и своего ближнего. И любовь — это все. Это то, ради чего человек приходит в этот мир, ради чего и Христос принес себя в жертву, ведь ради любви к нам, грешным. И я стала писать такие песни. Но поначалу не очень, может быть, даже относилась серьезно к тому, что я делаю. И потом, когда вот это осознание пришло, что это служение, мне уже даже батюшки стали об этом говорить, что это служение. Вот тут вот такой поворот именно произошел во мне, внутри меня, очень серьезный. Я стала очень ответственно к этому относиться. Ну и совсем недавно... Я очень долго молилась. У меня был такой, можно сказать, творческий кризис. Я не и человеческий какой-то, да. Ну, вы прекрасно знаете, что такое сегодня давать концерты, арендовать залы и так далее. И когда ты бьешься, как рыбка об лёд, и в итоге там нужны же и вложения еще хорошие в то, чтобы там даже собрать зал, да, прийти у финляндского дать концерт, это нужно аренду платить и так далее. И, конечно, каждый раз не неимоверными усилиями давались эти концерты. И в итоге я вдруг поняла, что ну, что-то, может быть, дело не так, что-то происходит. И я стала много молиться. И в сентябре месяце этого года, посетив очередной раз город Хабаровск, Хабаровскую епархию по приглашению, у них был Дальневосточный фестиваль замечательный, я там много молилась. А фестиваль был очень знаменательно, был имени митрополита святителя Иннокентия Московского, митрополита Московского и Коломенского Иннокентия. И вы знаете, нам показали фильм о нем. И я для себя открыла такого подвижника, вот такого архиерейского уровня, да, который вначале поехал на Дальний Восток с маленьким ребенком, женой, осваивал языки вот тех народов, которые там были, переводил Евангелие на этот язык, потом строил храмы, он столяр был, еще и это знал искусство, обучал народы этому искусству. Он создал карты географические вот этого края, которыми очень долгое время пользовались. То есть настолько только был всесторонний человек, но он в первую очередь был миссионер. То есть он своим долгом посчитал нести это Слово Божие вот людям, которые еще не знали даже вот ничего о Христе. Да? И я много там молилась. А до нашего приезда, до фестиваля, у них в духовной семинарии находится вот эта икона митрополита Иннокентия Московского. Она за несколько дней до фестиваля замироточила. Вы представляете? И когда мы прикладываемся к этой иконе, это не передать из глаз вот текущие вот эти вот мира. И это видно по всей иконе. И, может быть, вот эта вера, вот это желание служить Богу, но не знаю как, не знала я на тот момент, что дальше делать, да, потому что оставить это нельзя, кресты не бросают, не сбрасывают. Вот. И я молилась. И мне открылось именно миссионерское служение. И я встала на этот путь, поняла, что он очень сложный, он очень трудный. Но сегодня, если бы меня спросили, куда ты пойдешь, там, в ВКЗ, это я не лукавя говорю, или пойдешь в тюрьму, я бы пошла в тюрьму. Я так и делаю. Хорошо сочетать все, если это позволяет и время, и возможность. Но если бы мне был дан выбор, я бы выбрала другое. В ноябре месяце я посетила 5 колоний исправительных в Псковской области, проехала практически все главные колонии и 2 СИЗО. Преимущественно это были мужские колонии. Были разные сроки. Были разные сроки. Кто-то по 2, по 3 ходки уже имел за плечами, кто-то был первоходец. И вот здесь такие чудеса открывал Господь Бог. Ведь без молитвы туда не пойдешь, это понятно. И без вот такого желания искреннего отдать то, что тебе дано. И, видимо, видя вот эту искренность... И я к Богу говорила, обращаясь к Господу, говорю: «Господи, вложи в мои уста то, что я должна сказать. Не я, а Ты через меня. Научи меня, какое слово я должна донести до них». Да? И получалось так, что я потом выходила, мне иногда становилось страшно. Я чувствовала, как это дается свыше, но готова ли я еще вместить
то, что я прошу. Мы иногда просим, может быть, не совсем понимаем, чего мы просим, да? И когда нам это дается, мы немножечко как-то, может быть, даже и теряемся. И вот это слово «там», в таких местах, где люди попадают в такие тяжелые жизненные ситуации. Я знаю, что вы тоже посещаете колонии, что вы тоже выступаете там с такими концертами, проповедями, и вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И добиться такого внимания, чтобы тебя слушали, но это, наверное, только благодаря дару, который дается свыше. Но больше всего, если говорить вот об этом служении миссионерском, да, меня больше всего поражали, конечно, женские колонии. Там гораздо тяжелее, труднее. И вот колония 12-я под Хабаровском, я туда попросилась в этом году сама. Год назад я давала там тоже такой концерт. И вы знаете, как было отрадно, когда я им говорю: сестры, в конце уже концерта молитесь обо мне грешной. А мне говорят: а мы о вас молимся. Представляете, какая вот милость Божья. Поэтому такое служение, оно, конечно, очень нужно сегодня. И необходимо просто. Господи, а что-нибудь еще? Следующая песня, да. Она будет называться «Сострадание». Угу. Это то, наверное, качество, что мы сегодня, ну, во многом теряем. Кто-то, может, уже потерял, кто-то наполовину потерял. Как мне кажется, вот сострадать ближнему, да, сострадать, то есть сопереживать, вот войти в его положение. Зачастую мы не хотим, мы отворачиваемся от каких-то проблем, там, а уж ухаживать за больным, там, тяжело больным, да. Это тем более такой вот, ну, духовный подвиг тоже. И однажды мне попали стихи Игоря Северянина, который так называется «Сострадание». И в этом стихотворении я услышала музыку. И мне хочется ее исполнить. Жалейте каждого больного всем сердцем, всей своей душой. И не считайте за чужого, какой бы ни был он чужой. Пусть к вам потянется калека, как доброй матери дитя. Пусть в человеке человека увидит сердцем к вам летя, увидит сердцем к вам летя. Безнадежность, все возлюбя и все простив, такую проявите нежность, чтоб умирающий стал жив, такую проявите нежность, чтоб умирающий стал жив. Будет радостно вам снова вся эта грустная земля. Жалейте каждого больного, ему сочувственно внемля. Жалейте каждого больного, ему сочувственно внемля. Жалейте, 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 жалейте. Спаси, Господи. У нас сегодня весь мир болен. Поэтому да. Мы должны друг друга жалеть. Самое тяжелое — это духовная болезнь, конечно. Вот. Я просто решаюсь, какую песню спеть. Мне на ум пришли две песни. Ну, если уж о жалости, у меня такая есть маленькая песня тоже. «Давай пожалеем друг друга». Очень хорошо. Да. «Давай пожалеем друг друга.
прижмемся и будем молчать, и пусть непорочного круга на нас пребывает печать, и будем возвышенно мыслить о счастье, которого нет, выравнивать чувства и числа, во мраке выискивать свет. Если у нас время останется, я еще одну песню спою. Ну, как получится. И у нас мы, так, у нас была тема миссионерства, да? Да, я, пользуясь случаем, очень наболевшая это, да, поскольку уже встала на этот путь и имею за плечами, в общем-то, опыт небольшой, но он есть. Поскольку я стала много ездить, да, по России, я стала бывать в разных епархиях и встречаться с разными архиереями. Такой круг стал расширяться, да. Многое из того, что я увидела потом в песне, это вот как-то выливается. И я хочу сказать, что сегодня вот эта поддержка на местах, когда у нас только епархии, у нас ведь 189 епархий, представляете, на сегодняшний день, да? И у каждой, во главе каждой епархии стоит архиерей, да? Mm-hmm. То есть это здорово. И от, на местах, вот уже от того, кто на месте и как... вот служит людям, да, народу, очень многое зависит. Ведь далеко, допустим, не в каждую епархию тебя там могут и пригласить по разным причинам, ну а где-то состояние желает быть лучшим все-таки, mm-hmm. чтобы как-то больше были священники и люди, которые несут вот это служение ближе к народу. И я видела разных епископов, архимандритов и архиепископов, и владык. И мне очень хочется исполнить песню почему-то, потому что, общаясь с ними, понимаю, что от них очень много зависит. Но есть люди, которые, вот владыки, ну, которые, вот я видела просто эту святость, да, и в поступках, и в делах, и внешне. И я написала такую песню. Она не то, что восхваляет владык, нет, это, скорее всего, тот образ, который мы, миряне, в первую очередь, хотим видеть в архиерее. Ведь это очень большой крест вот такого служения архиерейского. Это мы не задумываемся над этим. Нам да. кажется, что это вся вот эта пышность, красота, угу. да? А на самом деле, когда вот были такие моменты, я сталкивалась, вписывалась в ритм, в рабочий ритм, допустим, владыки, да, и практически двое суток вот ездила с ним вот в его ритме, то я поняла, что это просто даже невозможно выдержать, понимаете, это двое, всего двое суток, а у него это каждый день такой. То есть эта песня посвящается такой, может быть, собирательный образ, я не хочу указывать как конкретно там кому, чему-то, я надеюсь, что владыки, услышав эту песню, ну, вот как-то еще больше будут, может быть, стремиться к такому более еще высокому служению, если это возможно. Премьера песни. Да. Написана вот буквально на днях. Склоняю голову пред вашей святостью, и слов не нахожу. Какая благодать быть рядом и молчать, и видеть свет сквозь тьму. Владыка, владыка, звучит благовест, от чистого лика ваш светится крест. За пышной красотой
торжественных одежд, вся тяжесть будних дней. Архиерейский жезл, путь веры и надежд, спасающий людей. Владыка, Владыка, звучит благовест, а чистого лика ваш светится крест. Вы добрым подвигам смиряли каждый день, хранив око ума, и отступала тень со множеством скорбей пред властью, что дана. Владыка, Владыка, звучит благовест, а чистого лика ваш светится крест, от светлого лика сияет ваш крест. Господи. Я думаю, владыки оценят эту песню, будут приглашать почаще. Не ради этого, а ради того, чтобы... Я понял, что вы восхищены их подвигом, да, таким крестом. Да, подвигом, да. И вот, ну, где, может быть, не совсем видишь то, что в песнях, да, потому что мы же все разные, и владыки же тоже разные. Ни в коем случае не в осуждении, но, может быть, это тоже станет каким-то такой планкой какой-то, что ли, вот, к которой будут владыки стремиться. Это же хорошо. Они же будут больше о нас с вами заботиться, молиться. Ну вот, подводя итоги вот этого разговора о миссионерстве, вот, что, да, вот, подводя итоги и заглядывая в будущее, как вы... Ближайшие планы? Да, ближайшие ваши планы, что скажу. Вы будете делать? Как вы дальше жить будете? Ну, жить, тут главное с пути не сойти. Какой бы он тяжелый ни казался. Выбор сделан. Да, да, он уже сделан, все уже, нужно идти. И вы знаете, вот самое главное – это определенность. Когда ты понимаешь, к чему ты призван, и когда ты чувствуешь за собой и силу Божью, и правду Божью, да, ты иногда такое создается впечатление, что ты можешь горы свернуть. Вот это именно ощущаешь очень хорошо. Ведь Господь не оставляет. Но, конечно, иногда я, ну, грешная ропщу, да, я говорю, Господи, ну ты же, ну апостолов-то даже по два человека отправлял, ну а я одна-то, женщина, да, и очень часто сажусь там за руль сама, еду, иногда я даже не понимаю, куда я еду, и с аппаратурой, с этими Евангелиями и так далее, понимаете? То есть это вот, вот близкие, они меня даже не понимают, и многие, может быть, считают не совсем нормальным человеком, я не знаю, но я понимаю, что отступать нельзя. Ну, а самые ближайшие планы, я могу о них сказать, потому что это уже время пройдет. Но вот сегодня идут переговоры. Я еду с миссионерской такой деятельностью в ДНР, на родину, в Донбасс. И у меня очень большое желание вот эти концерты, поддержку такую, именно в первую очередь для тех людей, которые стоят за нашу веру православную, и вещи будем назвать своими именами, потому что мы, люди духовные, понимаем, что это за война, почему она началась с Киева, на что замахнулись, на корни. Киевская Русь. Да, на корни наши. А корень срубят, уничтожат, дерево погибнет. Поэтому я рада, что я дочь этого народа, Донбасса. И я знала, тогда чувствовала, что не могли не встать они. Это шахтерский характер, край очень самобытный. Люди там очень волевые, которые привыкли изначально не жить за счет кого-то, а зарабатывать.
То есть там трудяги трудом, такие, да. Трудом, да, туда и ехали, город-то небольшой, туда ехали именно на шахты, шахты же открывались. Поэтому вот этот менталитет, чувство локтя, друг друга поддержка и вот такое нежелание никакого насилия над собой, особенно вот такого жутком в таком виде, то это, конечно, о многом говорит. И я очень хочу для мирного населения выступить. 7 лет я не была на родине, мама моя там живет сейчас, в Макеевке. И вот, конечно, поддержать вот этих мужественных людей, которые защищают свою землю. И людей, которые там остались, которые там живут. Ну вот, по милости Божией, я надеюсь, что все будет хорошо. Но мне очень хочется проехать весь край. То есть и Луганскую область, и Донецкую область. А там то уже... есть это цикл, да, такой ряд концертов? Да? Да. Сейчас уже там переговоры идут непосредственно с батальонами, кто там на местах. Чтобы какую-то минимальную, там хотя бы не то, что охрану даже, хотя это говорят, что тоже это все очень непросто, но чтобы передвижение как-то могли там это регулировать. Боже вам помощи, Боже благословения. Помоги, Господи. Это надо пройти, потому что это долг. Но вы чувствуете, это ваш долг. Это чувство, да, и не могу отсиживаться, уже не могу. Ну сколько уже можно отсиживаться? Уже нехорошо это. Вот. То есть надо помочь, надо поехать, надо послужить. Помоги, Господи. Дорогие братья и сестры, наша программа заканчивается. С нами была Лилия Евсеева с своими песнями, размышлениями. Вот Божья помощь вам, ангел-хранителя. Спасибо, Господи. До скорых встреч. Спасибо, Господи. Храни всех, Господь.